Можно ли бить по спине цепями, как это делают многие шииты? Откуда вообще это взялось и кто это придумал бить себя по голове и спине? Ну, насчет того, что можно ли бить себя цепями или нельзя, как мы знаем, в, нашем, в нашей религии наносить себе урон. Запрещено, нельзя себе наносить урон. Поэтому, если речь идет о нанесении себе урона, то это запрещается, наши ученые это запрещают. Но обратите внимание, не всегда, когда люди используют цепи для траурных мероприятий, не всегда это является нанесением себе увечья или урона. Почему? Потому что, как правило, это очень легкие э, цепи, которые по примерно похожи на вот эти вот похлопывания. И прино наносят примерно такой же удар, не более того. В особенности, когда человек в одежде. Да, особого урона там какого-то вреда и урона нет. Поэтому подобное использование, оно разрешено здесь, ничего предосудительного нет. А по поводу того, откуда это взялось, ну, э, в народах это распространено, когда люди теряют близких, своих родных, они побивают себя, и в особенности у арабов это принято, побивают себя э, в знак своего, своей утраты, в знак своего траура. И так как э, в исламе траур по мученикам, и в особенности, по его святости Маммусей налей Салат Висалам является сунной и великим богослужением, великим поклонением Аллаху, как мы говорили неоднократно ранее. То, как следствие, подобные деяния, не наносящие урод и вред, являются поклонением, являются траурным проявлением траура и, как следствие, величайшим одним из величайших поклонений Аллаху.